Значит, смотрите, вот это то, о чем сейчас я рассказал, это практически, как сказать, программа, да, вы знаете, что такое программная симфония, это программа для композитора для сочинения музыки. Почему? Потому что уже становится очевидно, что у нас есть в этой опере две темы главные. Одна тема, связанная с этой интригой, с губернатором, с Чичиковым, с его дочерью и так далее. Это тема одна. Эту тему я назвал «Тема губернии». И она у меня была написана в таком... Давайте, может, ее послушаем. Сейчас я про нее немножечко скажу, и мы ее послушаем, да? Сейчас я про нее два слова скажу. Значит, вот смотрите, здесь сразу возникает. То есть это какая-то явно уже, да? Вот смотрите, сам характер этой темы должен быть. Она должна быть скользкая, да? То есть когда те самые знаменитые джазовые блюнот, да? Когда нет ни мажора, ни минора, когда есть ощущение нечто скользящего и такого неопределенного, то есть это вот как какой-то хитрый человек, который пытается тебя крутить каким-то туманом, да, он тебе, так сказать, втирает постоянно какие-то хитрости, да, ты когда-то поддаешься, когда-то нет и так далее. Это вот как бы вот одна эта тема. Из этой темы, как ни странно, вылезает все темы, связанные с губернатором, все темы лирические, даже любовная тема Чичикова и Софьи тоже из этой же темы, то есть одна тема. Все балы, все танцы и так далее, это все одна тема. И вот сейчас мы ее послушаем.